Дорогенькі, всім привіт. Сколько времени? 8:30 еду на барахолку. Дождь был. Капец. Сейчас дождя нету. Но самое интересное, что в такие моменты предлагают очень интересные вещи. Может, ничего не будет, но надо поехать. Дома надоело сидеть. Вчера повыставлял куча лотов. На Виолете уже 1000 у меня. 305. 1250 висит постоянно. Вчера еще добавил. В общем, за вчера, за два дня, где-то 45 лотов я добавил. Вчера, в принципе, неплохие продажи были. Карты для взрослых, нож, бусы, хлорница, подсвечники 1-2, шкатулка. Что-то еще. Вот. А, и пистолет. Сигнальный. Шикарно. Куча возвратных средств, на которые можно работать. Ну так, по вопросам, в принципе, люди что-то спрашивали. Но очень много присылают. Мусорка. Вот просто, ну такая мусорка, которого на барахолке вайлом не нужно. Кстати, очень тепло. А, 13 градусов, да? Шикарненько. Ну, в общем, друзья, что? Попробуем, посмотрим. Получится что-то, не получится. Видимость плохая в зеркала. Олимпус на запчасти включается, но клацает. Клацает, что-то непонятно с ним. Ну, в общем, красавчик. 150 гривен. Человек зарабатывает на просмотрах. Друзья, три компаса. Продано. Итак, друзья, что у нас? Зенит с объективом Гелио 44-2 и три зажигалочки. Две вот такие олимпийские мишка и новая ватра. Вот такие сегодня покупки. Ну, кстати, хороший объектив. Видите, в нормальном состоянии. Как-то так.